Всем снова привет на моем канале. Вот это одна из достопримечательностей Праги, это пражские куранты. И мы сейчас в нескольких минутах от самого такого интересного здесь, я не знаю, назовем это явление, когда вот эти часы пробивают здесь вот в этих вот окошках, они сейчас подсвечены, как видим, должны появляться, ну вы посмотрите дальше, что будет. В общем-то, ну это достаточно такое интересное. Интересная достопримечательность, здесь собирается в конце каждого часа много народу, я вам сейчас покажу, и собственно ожидает вот этого события, чтобы посмотреть, что будет происходить в конце часа и как бьют эти самые куранты. Ну а пока ждем этого события, я так торопился включить камеру, чтобы не пропустить его. Здесь собралось очень много людей, расскажу немножко информации из Википедии о пражских курантах, либо же еще по-чешски это будет Орлой. Это средневековые башенные часы, установленные на южной стене башни Староместской ратуши на Староместской площади в Праге. Они являются третьими по возрасту астрономическими часами в мире и старейшими, которые все еще до сих пор работают. Состоят они из трех компонентов, расположенных на башне по вертикали. В центре астрономический циферблат, вот мы его видим, который показывает старое чешское, вавилонское, центральноевропейское и звездное время. Время восхода и захода Солнца. Положение Солнца и Луны, кстати, созвездия. И также фаза Луны. А по сторонам расположены стрелки, фигуры, которые движутся каждый час. Среди которых особенно выделяется фигура смерти в виде скелета человека. А наверху, по сторонам от центральной каменной скульптуры, ангела. И там имеется два окошка, в которых каждый час, когда бьют куранты, показываются фигуры апостолов. Сейчас мы это как раз таки и увидим. Я надеюсь, что я дождусь этого момента. Вот. Ну и давайте же все-таки подождем еще немножко, посмотрим это событие. Начинается. Также, как видим, с правой стороны подсвечивается вот такая вот фигурка, которая машет рукой. И, собственно, все. Вот такая вот красота. Часы отзвонили. И, собственно, вот столько народу собралось здесь для того, чтобы посмотреть на это. Теперь все будут расходиться, и к следующему часу снова же новые люди, а может быть и эти, посмотрят еще раз на то, что здесь происходит, на вот такой вот, на эти вот старинные часы, на эту красоту. Всем спасибо, не забываем подписаться на канал, поставить лайки данному и другим видео на моем канале. Смотрите мой канал, здесь много интересного. Пока!